Ну что, каково это не просто жить, но и возглавлять столицу криминального мира Украины? Я, конечно... Сарказмом вопрос. Сарказмом вопрос. Я, конечно же, о последнем визите министра внутренних дел Арсена Авакова. Это, по сути, его цитата. Ну, нам, как журналистам, было немного смешно, конечно. Не знаю, как вам, человеку, возглавляющему полицию в этой области. Однако, согласно закону, деятельность координируется и направляется деятельность национальной полиции Украины министерством, соответственно, кабинетом министров, министерством через министров внутренних дел, соответственно, через Арсена Авакова. Ну, поэтому его заявление для нас, как для журналистов, выглядело не очень понятным. Как вы восприняли это заявление? Ну, если быть уже справедливо цитировать слова, то он сказал, что некоторые журналисты преподносят как криминальную столицу. Угу. Конкретно, дословно, что Одесса – криминальная столица. Такого факта, по крайней мере, я не услышал. Дмитрий Головин, начальник главного управления национальной полиции в Одесской области, генерал полиции третьего ранга, вам 43 года, окончили Луганское высшее военное авиационное училище штурманом. Штурманов, кстати, по поводу дедовщины отдельный вопрос. Хотел уточнить, если это явление сегодня, и испытывали вы на себя, возможно? Нет, в наше время, по крайней мере, в нашем училище такое явление не было однозначно. Ваши дети сегодня учатся в... лицее полицейском в Киеве, не в Одессе? Ну, старший учится в Академии внутренних дел, средний учится, естественно, в полицейском лицее в Киеве тоже, с перспективой поступления в Академию внутренних дел. Они что-то рассказывают по поводу дедовщины? Ну, вообще пугает это родителей явление? Ну, естественно, каждых родителей такое явление пугает, но в среде курсантской это не принято, насколько я знаю. Угу. С 96-го года начинаете работать в органах внутренних дел, возглавляете уголовный блок полиции Киевской области, были исполняющим обязанности начальника Киевской области. Но начинать работать в милиции, тогда это еще была милиция в 90-е годы, наверняка особое удовольствие. Возможно, припомните или историю какую-то, или в целом контекст, после которого вы для себя твердо решили, что вы остаетесь в структуре, или наоборот, был соблазн уйти, например, там, не знаю, бизнесом заняться в таможню, пойти на таможню. Ну, если корректнее быть, я начинал работу в уголовном розыске Луганска, потом всю свою, скажем так, становление, сознательную деятельность в правоохранительной системе работал как в уголовном розыске, управление по борьбе с организованной преступностью Луганской области, Крыма. Поэтому не понаслышке знаю, что такое лихие 90-е, скажем так. Естественно, первоначально я для себя уже понимал, куда иду, для чего иду и зачем. То есть осознанно я выбрал работу в криминальном блоке. Ну, то есть не было желания уйти? Желания не было, были предложения тогда, как бы, возможность была перейти и в управление борьбы с экономической преступностью, в кадры, в ГАИ. Но вот первоначально так сложилось, что пошел работать в уголовный розыск. Это в дальнейшем сказалось на всем продвижении по службе. По Одесской области были начальником УБНОНа. И в связи с этим хочу спросить, как относитесь к такому явлению, как децентрализация в МВД? Потому что, ну, по сути, очень много таких управлений, как бывшая БХСС. Сейчас он называется Департамент защиты экономики, потом киберпреступность, УБНОН. Сегодня они, де-факто вам не подконтрольны. И если они делают какие-то операции самостоятельно, тем самым могут наломать общую оперативную схему. Ну, вопрос довольно-таки философский. Мое субъективное мнение, естественно, что за порядок в области должен отвечать один не человек, а не пять, не шесть. Мы все носим шевроны одинаковые, полиции и обывателю глубоко все равно, как управление называется, главное, чтобы они делали свою работу. Естественно, наверное, будет правильно, если один человек в области будет отвечать за все направления правоохранительной деятельности по линии МВД, по линии полиции. Естественно, живой пример. Один кулак, если в нем пять разных пальцев, то удар будет очень слабый. Если это в одном кулаке, то удар будет сильный. Вот, если сегодня проводить аналогию. Сегодня удар слабый выходит. Что-что? Сегодня удар слабоватый. Ну, по крайней мере, опять же, повторюсь, мое субъективное мнение, для более качественной работы, наверное, все-таки необходимо некоторые подразделения вернуть в главки. В частности, управление по борьбе по противодействию наркотиками уже возвращено. Непосредственно подчиняется. Да, оно подконтрольное. Также можно сказать, вроде патрульное, как по вертикали, подчиняется Киеву, но у нас есть четкое взаимопонимание.
четкое выполнение поставленных задач, в принципе, и с другими подразделениями, но просто есть, скажем так, вертикальное подчинение и горизонтальное подчинение. Вот, ну, есть такая ситуация. Она исправляется, естественно, делаются соответствующие выводы. Я думаю, в дальнейшем будет, опять же, какая-либо реорганизация, которая приведет все-таки к возврату, как я уже сказал, к кулаку. Так ну, а все-таки вот эта независимость структуры, разве она не обеспечивает, ну, какой-то более такой объективный подход к проведению операции? Ну, вот нет вот этой единой вертикали, которую легко монополизировать, коррумпировать и так далее. Ну, я так думаю, вы в дальнейшем зададите вопрос, почему вы не боретесь с игральным бизнесом? И зададите мне его конкретно вы. Хотя этот вопрос можно точно так перенаправлять и в Управление защиты экономики, и киберпреступности. Но вы хотели услышать ответ от меня. Да. То есть в каждом конкретном случае, если это борьба с коррупцией, то, возможно, да, должно быть вертикальное подчинение. У нас есть живые примеры из старой работы, когда тот же УБОП, не будем брать плохие и хорошие стороны, у него было вертикальное и горизонтальное подчинение. Это не мешало ни в коей моей работе. И когда есть четкое взаимодействие, слаженная работа, это только будет в плюс. По крайней мере, в нашей. Одна из самых главных историй в вашей биографии – это торговый центр «Новый Привоз», когда вы предложили обменять заложников на себя, впоследствии уговорили злоумышленника, он сдался. Ну, в наше сложное, очень циничное время с трудом верится в такой, ну, подлинный, знаете, героизм. И, ну, неужели вам так нужен был орден там, за мужество, да, какой-то третий, это самая высокая ступень, и правда рисковали? Зачем? Ну, я делал свою работу. Я думаю, любой нормальный офицер поступил бы на моем месте точно. Это не то, что там рисковал на чем-то, ордена, медали, нет, зачем? 2012 год. После отставки Георгия Лорд-Кипанидзе возглавляете ведомство. Это было предложение, от которого сложно было отказаться или нельзя было? Вы были поставлены в такие рамки и условия, когда... 16-й год. Не 12-й, вы сказали 12-й. 16-й год. 16-й, да. Холодно. Холодно, согласен. Скажем так, второй ответ более подходит. Не могли отказаться. Я человек военный, в погонах. То есть мне был дан приказ... Сказали, надо исправлять ситуацию, которая сложилась, к сожалению, на тот период здесь, в Одессе. Одесса не самый плохой регион, не самый криминальный регион. Есть руководство министерства, которое четко поставило задачу. Ты должен туда поехать, тем более на тот период времени я возглавлял департамент уголовного розыска, имел непосредственно данные о том, какие процессы здесь происходят и что дальше может произойти, если ситуацию просто бросить. Никаких квот, никакого кумовства. Никаких квот, никакого кумовства. Ни один мой кум сейчас не работает в полиции, тем более в Одесской области. Нет, я имею в виду ваш процесс продвижения. Ну, возможно, кто-то вас лоббировал на эту должность. Нет, у меня родители мать железнодорожник, отец госслужащий, тем более не из этого региона, не с системы МВД, естественно. Ну, как вы выбираете команду себе? Насколько вы можете лавировать в этих рамках? Насколько кто-то вам настоятельно советует каких-то людей брать на должности, а вы, например, не видите их на них? Знаете, вопрос интересный. Опыт приходит с годами. Да, я тоже ошибался в некоторых вопросах, ошибался в людях. Ошибался в том, как строил работу в определенных направлениях. Ну, естественно, вас предавали. Да, и не раз. Поверьте мне, не раз. И я к этому уже привык и отношусь нормально. Ошибки, они свойственны. Кто ничего не делает, тот не ошибается. Поэтому... Итого, вы можете сами формировать круг людей, с которыми хотите и можете работать в дальнейшем? В настоящее время, в настоящем месте... Не совсем я могу формировать из тех людей, которым мне хотелось. Объясню, почему. Многие после реформирования, после так называемых аттестаций, просто разочаровали систему и ушли. Ушли нормальные, кстати, профессионалы. Как называют профессиональная игра. Ну, кто в коммерцию ушел, кто в службы безопасности, кто вообще выехал из страны, уехал за рубеж. Поэтому, естественно, как мне хотелось бы, например, набрать людей, местных, делаю акцент, одесситов, которыми сейчас работают. Ну, некоторых нет, некоторые просто не хотят. Они получают зарплату на порядок больше и не особо ничем, как вы говорите, не рискуют. Вообще ничем. То есть он отбывает свою работу, уходит, получает нормальную, достойную зарплату. У него 2 выходных, его видит семья, он не рискует ничем. Ну, естественно, единственное, что у него нету погон, ну, это такое.
Наследие, которое вам досталось после Георгия Лорд Кипанидзе, ну, давайте, чтобы корректно об этом говорить. Знаем о том, что в Одессе сформировано такое общественное мнение, что вот грузинская команда — это гастролеры, люди, которые там такой перевалочный пункт, они приехали, там что-то пытались делать, что-то даже делали. В каком состоянии ведомство вы получили? Несмотря на какую-то личную мою симпатию к вашему предшественнику, знаю историю о том, что из-за, ну, вот такой примитивный пример, из-за незнания элементарного украинского языка подписывались документы, на перевод которых элементарно не было времени. Ну, и это как, опять же, такой примитивный пример того, что в целом происходило в ведомстве. Ну, знаете, как о предшественниках либо хорошо, либо никак. Давайте я, наверное, промолчу, чтобы не быть просто голословным или дать повод, опять же, псевдо. Но вот в этот кулак, о котором вы говорили, тяжело было собирать? Кулак, естественно, тяжело было собирать. И более того, тот уровень уличной преступности, который был в Одессе, который сейчас, может, это не совсем видно со стороны. Но вы именно на борьбу с уличной ставите, делаете ставку. Я вижу по цифрам, вижу по реальной динамике то, что было, то, что есть. Но не может Одесса быть, извините, на последнем месте в Украине по раскрытию, либо по количеству совершенных преступлений, как в Киеве. В Киеве в три раза население больше, плюс приезжих. А Одесса — это, ну, это южные ворота нашей страны. Картинка, извините, для туристов. Ну, вы сделали ставку на борьбу с уличной преступностью, да. И правда, отмечают и журналисты, и, ну, сложно, наверное, вас будет упрекнуть в том, что вы говорите неправду, ситуация значительно улучшилась, это так. Вы прошли иллюстрацию? Да, это был отдельный этап в моей жизни. Я был на комиссии более 5 раз, 2 раза на полиграф меня вызывали, в том числе только из-за того, хотелось бы отметить, потому что я перед этим проходил службу в Одесском регионе. И почему-то для киевских членов комиссии Одесса — это считается регионом, где все зажрались, где все миллионеры, где все взяточники, где все сепаратисты. Это вот говорю открыто, как есть. Так. И как бы благодаря поддержке и руководства нацпола, руководства МВД и руководства в том числе некоторых депутатов, я вот после 5-й, так сказать, беседы прошел люстрацию. Много говорили о том, что прошло ведомство и в правоохранительные структуры снова люди, которые, ну, мягко говоря, не должны были этого делать, что люстрация – процесс непрозрачный, и кто-то вообще обходил это стороной. На каких-то конкретных примерах можете подтвердить или, наоборот, знаете, опровергнуть? Задумка аттестации, иллюстрации была неплохая и правильная. Но как ее исполнили и кто ее исполнял, вот члены комиссии, которые ранее были судимы, или которые не имели понимания, что вообще такое специфика работы в уголовном розыске. И брали под один шаблон. Если человек, живой пример я, работал в управлении по борьбе с наркотиком аж в Одессе, то я, по идее, должен быть богатым, как Пабло Эскобар, однозначно употреблять кокаин и вообще не должен был жить на этом свете. Некоторых было такое понимание, их не интересовало. Была четкая политическая картинка. К сожалению, многие, опять же повторюсь, профессионалы, кто-то по моральным качествам не выдержал этого напряжения, психанул, ушел. Кого-то просто тупо сбили, вот такими своими словами. А некоторые проныры, которые в любой ситуации находят компромиссы, находят так называемых своих решак, которые прошли это. И в дальнейшем некоторые продолжают работать. Второй вопрос. Даже те, которые не прошли сито иллюстрации, через определенный момент по решению судов повосстанавливались, начали работать, их все равно сейчас задерживают правоохранительные надзирающие органы, но они, тем не менее, как фактор того, что они прошли иллюстрацию, это есть. А вот все-таки какая конечная цель, если мы декларируем реформу в правоохранительной системе, где не берут взяток, где, ну, там, нельзя по привету и там, телефонному звонку решать вопросы, какой интерес у этих людей, ну, проходить люстрацию или не проходить люстрацию и продолжать работать в системе, которая, ну, очищается, очевидно? Ну, у человека то, что в голове, мы не можем увидеть. Если он себе вот вбил в голову, что он идет не работать, он идет зарабатывать. Вот делятся в категории. И он будет зарабатывать любым поводом. Да, под ширмой он будет, может, он будет порядочный офицер, семьянин, крутой полицейский, но в голове у него будет четко заработать, и он этим воспользуется. А есть тот, который из идеалов, насмотревшихся кино, либо начитавшихся книжек, либо как молодая патрульная полиция, идет по призванию, который хочет что-то изменить, который хочет реально, пусть, но даже формально тоже быть похожим на американского честного полицейского.
Ну, вы себя относите, конечно же, ко Давайте второй категории. Давайте я не буду себя относить Хорошо. Никому, я просто констатирую то, что есть. Ну, вот, в общем, сайты, которые... Да. Вот вы на вашем практически колумбийском загородном доме, где... Вилла большая очень, да, и вот ваша часть. Это затока. Судя по колесу, какому-то валяющемуся и грязному песку, несложно определить, что мы находимся в Одесской области. История с домом, который у вас, который записан на дедушку вашей жены, да, или вашего да. дедушку, как-то так это звучит, но, в общем, и заголовки выглядят таким образом, не иллюстрированный уже глава полиции Одесской области отдыхает в загородном доме, откуда вот у него средства на загородный дом и так далее. Ну, могу четко сказать, у меня в моей декларации все написано. То, что мои родственники, они что, не граждане Украины, не имеют права приобретать недвижимость на территории Украины, в отличие от других чиновников, например, как бы берем. И та цена, которая указывалась в этих статьях... Нереальные суммы, 2, 3, 4 миллиона. Там, по-моему, насколько я помню, 600 тысяч гривен стоимость данного строения. То, что я отдыхаю в Затоке, ну, извините, в следующий раз, когда пойду на пенсию, если будет возможность, буду отдыхать где-то там в Испании, в Турции. Но я считаю, что человек, например, который проработал 25-30 лет, и то, что я поехал к родственникам, которые приобрели. Они же не где-то за границей приобрели. Кто им запрещает? Это ну, то, что преступление? Цель, очевидно, вас скомпрометировать. Цель, вы естественно, считаете. Скомпрометировать. В настоящее дело по данному факту открыто два криминальных проваджения. Да. На БУ занимается... вас проверяли в том да, числе. Да, проверяли на БУ и сейчас проверяют. Я только за это, чтобы они объективно проверили. Потом будут вопросы к заказчикам этой статьи. Просто, да, ваши коллеги-журналисты, возможно, случайно там оказались, зафиксировали Головина, который ест кукурузу на море, сделали из этого сенсацию мирового масштаба, но так. кому-то это было удобно. И когда эта статья пошла, вы же как бы четко вопрос надо дозавать. Эту статью выкинули непосредственно перед приездом министра Луценко. Ну, приезд отменили, а статья пошла. Ну, не совсем, это значительно раньше. Нет, почему? Нет, это отслеживали. Эта ситуация была в начале июня, а всплыла на сентябрь либо октябрь. Поэтому тут надо сопоставлять, кому это было выгодно и для чего это было сделано. Ну, НАБУ проверит, поставит жирную точку этой ситуации. Готов прокомментировать по окончанию следствия. Еще одни обвинения, связанные с вами. Ну, я не знаю, существует ли вообще в природе начальник полиции в какой-то там вымышленной или реальной стране, которого бы не обвиняли в связях и с городскими властями, и с криминалитетом в частности. Мы будем сейчас обсуждать ряд людей, в частности, с некоторыми из них ну, вас связывают напрямую. Но... В целом, вот как я пытаюсь понять, вот приходит новый человек на должность, на серьезную должность, как начальник полиции, вам как-то передавали вот из этого мира привет? Как-то знакомились? Ну, естественно. По крайней мере, напрямую не передавали, но, как знаете, есть такое словосочетание «пробивали». Что за человек, чем дышит? Более того, некоторые, скажем так, строительные магнаты вынашивали намерение встретиться. Скажем так, взять свою орбиту влияния. Я это не скрываю. Вы не пошли на поводу ни у кого. Ну, вы видите. У меня есть какие-то там трехэтажные, четырехэтажные виллы, дома на территории Одессы. Квартир куча. Ну, кстати, о квартирах. У вас три квартиры в Луганской области, одна в Одессе и одна в Симферополе, да, в Крыму? Каюсь. Есть три квартиры однокомнатные но в Луганске. Но они маленькие, да, я видела по метражу маленькие. Но они есть. И, кстати, квартира часть по... Часть из них уже продана, в декларации есть соответствующие отметки. Угу. Просто для того, чтобы продать квартиру на оккупированной территории, это вообще проблема большая. Возвращаемся в этот удивительный криминальный мир, в частности, о тех группировках этнических, скорее, которые сегодня работают в нашем городе. Гагаузы, чеченцы, чехи их еще называют, и грузины. Ну вот это три такие этнические группы, на которые можно было бы разделить вообще весь этот мир. И по первой, некто Терзи, гагаузы, группа этническая, у них на сегодня один из самых сильных силовых блоков. Ну, в основном они не сотрудничают, ну и не выходят на связь, ну, насколько я понимаю, ни с полицией, ни с другими коллегами по цеху. Их интересует в основном оптовая торговля, большие склады. Полиция в курсе всех этих историй, в частности, 7-й километр. Если как-то они соприкасаются с бизнесом других этнических групп этого же мира, конфликтов не происходит, но люди, ну вот там,
люди, которые там работают, страдают и страдают серьезно. На опережение работать не всегда получается, судя по всему. Давайте так, преступность не имеет национальности, но специфика Одесского региона, вы правильно говорите, это есть вопросы, назовем, будем национальности все-таки перечислять, действительно, гагаузы, грузины, в какой-то мере все-таки азербайджанцы это есть. Но это уже те, которые в Одессе родились, лица, молодые. Ромская национальность, не только которые в Одессе родились, очень много их сюда приехал, ну и, естественно, чечены, как вы сказали. По характеру совершения преступления, если брать, вот не называя фамилии, потому что нас потом с вами обвинят опять, что мы честного человека, презумпция... Но это то, что можно найти в публичной плоскости, публичная но вот эти плоскость, все имена, интернет, фамилии. Знаете, могут сравнить с забором, где что-то написано. Поэтому давайте без фамилий мы будем называть. Действительно, есть группы, которые четко специализируются на определенных составах преступления. Если это гагаузы, то это действительно кражи, которые совершаются на складах 7-го километра. Это разбойные нападения, это грабежи. Если это лица грузинской национальности, это, опять же, квартирные кражи. Это грабежи, всем небезызвестные барсетки, стеклобивы, которые у нас, к сожалению, в Одесской области существуют. Также это разбойные нападения на валютчиков в том числе. Если брать уже, ну, ромская национальность, естественно, для Одессы, Палермо – это знаковый вопрос, связанный с незаконным оборотом наркотиков. Если брать, как вы выразились, чехи, чечены, то действительно в Одессе была проблематика, связанная с оргпреступностью именно этнической. Но сегодня их влияние существенно ослабло, да? В настоящее время оно сходит практически на нет. Да. Есть определенные знаковые фигуры, которые постоянно звучат в СМИ. Ну давайте вот как раз в связи с вот этим последним громким скандалом, связанным с гражданским активистом РГБ Марком Горденко, именно после того, как он вынес публичную плоскость, в общем, это имя, Халид Мусаев, ну вот личность, которая была широко известна в узких кругах, теперь стала широко известна и публично. Я вот нашла на каком-то из таких чудесных сайтов: человек непростой судьбы и тяжелого поведения, так его охарактеризовали. Очевидно, именно это тяжелое поведение помогло вам, правоохранителям, собрать 10 уголовных, зарегистрировать 10 уголовных дел. Ну, кроме того, там есть такая, что называется, патриотическая подоплека. Не знаю, правда ли это, что он является другом-лидером Чечни, друга Украины, также в кавычках. Но в связи с этим я не адвокатствую за Марка Горденко, уверена, и у вас, у правоохранителей, у нас, у журналистов, есть немало к нему вопросов. Однако он совершенно справедливо вопрошает у себя на страничке в Фейсбуке, как так произошло, что человек, криминальный авторитет из 90-х, это цитата, разгуливает, помогает вести бизнес, ведет прекрасно свой бизнес, насколько там известно, это грузовые перевозки, пассажирские перевозки, там, контрабанда и такое прочее. Почему полиция не может уже столько лет ничего с этим сделать? Ну, скорее всего, не полиция, а уголовно-процессуальное законодательство. Насколько я помню, опять же, чтобы не быть голословным, чтобы мы не давали повод для адвокатов потом в судах, открыто уголовное производство по статье 125, нанесение легких телесных повреждений. Это то, что последнее, по факту конфликта. Да, но такой же случай не единичный, конкретно по этому человеку. Конкретно по этому человеку, где он проходит. Ну, конфликт с судьей, это конфликт, знаете, такой глубокий, я начал в него вникать, действительно, есть нанесение телесных повреждений, как с одной стороны, ну, поведение уже бывшего вице-судьи, скажем так, тоже возникает много вопросов. Никого не защищаю, просто констатирую так, факт, как правоохранитель. Если брать по каждому случаю разбираться, то да, действительно, может быть вопросы к полиции, но полиция действует четко в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Есть процедура, есть определенные экспертизы, которые должны пройти. По этим экспертизам должны быть сделаны выводы, на основании выводов уже человеку предъявляют подозру. Исходя из этого, то никто никого не укрывает, не дай Боже. Ну, 10 уголовных дел. 10 их или больше? У нас есть люди, ну, в отношении которых по 30 дел. Так. Они ходят на свободе, занимают яркую политическую позицию Одессы, и им никто ничего сделать не может. Это не потому, что полиция боится, прокуратура не может, либо суды затягивают дела. Ну, так стоит ситуация, так преподнесены дела, так собраны материалы, в конце концов. И перспектив вы пока не видите? Вот. Перспектива, дело открыто. Как будет заключение следственного, я сейчас имею в виду нанесение легких телесных повреждений. Я, в принципе, мне заинтриговали 10 дел. Я выйду, посмотрю. Вот специально статистику, сколько дел. Ну, не меньше 10, очевидно. Да, ну, может, не 10, может, чуть меньше, но по каждому мне даже интересно, посмотрю, сколько по нему дел. Естественно, вполне возможно, да,
Наверное, он имеет отношение к так называемым 90-м, выходец оттуда. Но он находится сколько уже времени здесь, ну, и да, чем он занимается? Вообще вся группа, насколько мы понимаем, ушла из криминального мира в мир легального бизнеса. И, в общем, прекрасно там себя чувствуют. Ну, еще была интересная информация, что вы якобы вот прямо от него получаете взятки в каких-то сумасшедших размерах для того, чтобы вернулся в Одессу. Амар Бекаев, тоже чеченец, он сейчас находится в Москве. Амар Бекаев, да. Лично это участвовал клан... в мероприятиях еще в крымском УБОПе, когда его в Феодосии задержали и поместили под стражу. Человек, который наряду с Минди, наряду да. с Гули, с ворами в законе, которые... хотят поделить Одесский регион да. между так называемыми ворами в законе. И кто это говорит, что я лично получаю? Тот больной человек. Если меня поймают за руку с ним, я готов отдать в три раза больше денег, которых он назовет, если они у меня будут. Ну, естественно, это полный бред. Ну, что касается вообще, ну, это ведь не полный бред, что после того, как депортировали Антимоса Кухилава, правильно, Кухилава, по-моему, с 2010 года, идет очень серьезная борьба за перераспределение этой власти, эти два клана, несмотря на то, что люди, которые их возглавляют, находятся не в Одессе, не в Украине, кто-то в Турции, кто-то, я имею в виду сейчас Миндию Гарадзе, он находится в Турции, его судили в прошлом году в Грузии, но ни первому, ни второму, ни Амару Бекаеву не мешает это, ну, как мы опять же понимаем, журналисты, прекрасно вести дела в Одессе. Давайте так, вот, кто вам дал информацию, он либо знает по верхам, либо просто специально ввел вас в оману. Во-первых, Антимос был за пределами Украины, но благодаря бывшим уже сотрудникам миграционной службы, у него есть паспорт Украины, он сейчас находится не в Одессе, мы его чуть-чуть угу. выдавили отсюда, но на территории Украины. Действительно, он также не оставляет свои намерения влиять на определенные криминальные процессы. О том, что есть конфликт между Гули, Минди и Амар Бекаев, действительно это есть. Это связано с перераспределением денежных потоков, полученных в том числе от криминального промысла. Это квартирные кражи, сбыт наркотиков, проституция. Кто сегодня претендует на трон, ну или как там называют, корону смотрящего за Одессой? Насколько я тоже понимаю, это уже Лото Гули, который сейчас находится в Турции, тем не менее. Не смешите меня. Какой смотрящий за Одессой? Что он тут решит? Так называемый его ставленник, один сидит в СИЗО сейчас, второй... Это Олег Попеску, который? Нет, Олег Попеску, это вообще другая ситуация, это он находится в Румынии, кстати, почетный гражданин города Будапешта. Но это немного другая, мы это еще другая немного, ситуация, да, да. Это ближе к Александру Ангелу, давайте я так, согласна. Да. Это вообще не то, вам кто-то наговорил? Ну сейчас мы еще к этому, да. Хорошо, вернемся. По грузинским ворам с 2014 года они тоже стали серьезной проблемой для Одессы, но они и были, очевидно. Не были. Вот сейчас как-то активизировались. Значит, они не то что активизировались. В последнее время, ввиду с либерализацией законодательства, и в том числе миграционного, и в том числе, не берем моего предшественника, но тем не менее и в Украину, и в Одесскую область очень много заехало, скажем так, по творческому обмену. Людей, которые не имеют отношения ни к какому творчеству, кроме, извините, криминального, которые остались у нас в стране, в нашей области, которые продолжают зарабатывать, только не созидать, а воровать. Угу. Да, если вы не заметили по сводкам, практически через день мы задерживаем людей. Я не хотел бы, у меня много друзей грузин, но тем не менее есть проблематика с этой национальностью, которая сюда приезжает. Правда, меня интересует, может быть, это просто так не работает. Почему? Ну, что у нас нет талантливых украинцев в том смысле, что вот даже криминальный мир возглавляют люди, выходцы из других стран. Это вот как была тоже истерия. Неужели у нас нет квалифицированных украинцев, которые могли бы возглавлять там, да, когда зашли грузины и реформировали правоохранительную систему? Много об этом говорили. Почему это не могут сделать украинцы? У нас есть преступные авторитеты, но они сейчас не пользуются таким... Украинские такие, родные, ну, скажем, наши. Да, украинские, тот же Полтава, 72 года, которого вот общак изымали давеча. И которые по решению суда вернули. Либо Шарик Шушарик, который у нас в Одессе есть. Но есть понимание того, что воров, почему их много стало, грузинов, потому что их много короновали, те же грузины. И поэтому они пытаются создавать, скажем так, воровской... Ну, кстати, проблема сегодня с грузинами не с коронованными, а те, которые... Так, как кстати, проблема и не в Украине. Русские. Германия, Польша, Чехия стонут. Угу. Александр Ангерт.
контексте людей, о которых мы уже упоминали, мы не можем не говорить о нем. Слухи о его смерти сильно преувеличены. Хотя я знаю, что он не очень хорошо себя чувствует, у него онкология. Но тем не менее, насколько сохраняется его влияние сегодня в Одессе? Я могу четко сказать, что на криминальные процессы в Одессе у него влияния сейчас нет. Было и нет. Может быть, было. При мне я сейчас констатирую тот факт, что сейчас я нахожусь здесь на посту начальника полиции. Вот вы задали вопрос, я ответил. Мы вернемся сейчас в этом контексте к Александру Ангерту. Как экс-глава УБНОНа, согласна с тем, что Одесса удивительный и прекрасный с географической точки зрения регион для перевалки наркотиков из Турции, например, и Грузии ближней? Конечно. Одесса – это стратегический регион для перевалки наркотиков не только в Украину, но и в Евросоюз. Более того, Одесса имеет специфические природные условия для выращивания высококачественных сортов конопли. Да, и это конопли. И происходит. Это на юг нашей области. Да. Соотношение влажности, солнца и ветра дает очень хорошие результаты для каннабиоидов, для количества каннабиоидов. Знает о том, что, в общем, этим занимаются. В частности, мы уже говорили про Олега Попеску. Он курирует этот вопрос. Его можно отнести к группе влияния Александра Ангерта. Я а вы говорите, что Александр Ангерт не влияет. Я бы так не сказал. Зная ситуацию, зная, чем занимаются Попеска и его подручные, и, грубо говоря, зная, чем занимается в какой-то мере Ангерт, я бы не связывал их вместе. То есть вы утверждаете, что это человек не из группы влияния Александра Ангерта? Я бы их вместе не связывал, Вот у меня есть довидка полицейская на Александра Попеску, и мне очень понравилось... Олег Попеску. Ой, Олег, да, Александр – это Ангерт. Злочинна група встановила тісні відносини з органами влади та управління як на півдні Одеського регіону, а також з використанням корупційних зв'язків числа депутатського корпусу України. Можна. Ну, це факти. Можна. Це не моя довідка, я її писала. З вами обвинять в предоставленні інформації, яка може повлиять на предстоящих виборів депутатів, на кандидатів. Но вообще это ведь не мифология, не из разряда чего-то там нереального, когда у представителей криминального мира тесные связи, сейчас еще на конкретном примере вам об этом скажу, тесные связи с представителями власти и полиции. Уличная преступность, об этом уже говорили, для удобства, это я не вам рассказываю, я понимаю, что вы это знаете, для удобства город делят на так называемые поля, и вот этот пример конкретно, о котором я хочу сказать, это поселок Котовского, и сегодня там у нас курирует поселок Котовского Мамука, длинная у него фамилия, грузинская, красивая. И, в общем, вас тоже с ним связывают, говорят, что и вот с ним у вас какие-то очень, ну, в общем, есть какие-то отношения. Так вот, этот человек тоже выходец из 90-х. Есть легенда, что настолько тесные были у него отношения с полицией, что даже ребенка крестил сотрудник уголовного розыска Суворовского района в свое время. Ну, примилая история. Опять же, эту историю слышал, не Суворовского, а Киевского. Киевского все же. Да, и в последнее время наиболее существенно в криминогенном плане на Суворовский район, на поселок Котовска влиял преступный авторитет по кличке Садик. Это азербайджанское направление. Это смотрящий за этим всем Гули был. Поэтому Мамука, да, он был в 90-х, он, возможно, был в 2000-х, он и сейчас есть. Возможно, я не исключаю, что он имеет общение с криминальным элементом Кавказского региона. Возможно, он имеет общение с бывшими сотрудниками милиции, возможно, полиции. Но опять же, сейчас обвинять этого человека в том, что он руководит, я бы так не делал голословных этих заявлений. Не потому, что меня обвиняют с ним. Я его не видел, я только видел его в сводках, на фотографиях, когда мы работали. Но, тем не менее, чуть-чуть информация, опять же, недостоверна. Больше делал шороху на поселке именно Садик и его группа, которую мы правдами, неправдами, пусть как хотят, так и пишут, но, тем не менее, большинство его группы разобщено. Часть сидит, часть выехала, а часть на кладбище. Для полиции существует такое понятие, как неприкасаемые? Нет. Полиция крышует проституцию? Ради бога. Одесса такой город, проституция всегда была здесь. Она и будет. Ну, да, как портовый явление. Город, как социальное явление. Все верно, но
именно с этой формулировкой, такое тоже очень расхожее, полиция крышует проституцию. Вы знаете, полиция в последнее время, тем более в Одессе, виновата во всем. И то, что она еще крышует и проституцию, вполне возможно, могут обвинять. Но вы знаете, что вообще проститутки, это испокон веков были одним из основных, так, скажем так, налогоплательщиков. Нет, не налогоплательщиков, предоставляли информацию для полиции в том числе. Ага. Вам предоставляют девушки этой профессии? Мне лично. Древнейшие? Ну, возможно, вам лично. Мне лично нет. Но тем не менее, они работают. Агенты, агентурно, сети. Класс. Ну, не сети, ну, это можно, знаете, трактовать по-разному. Девушки работают. Проблема как бы социальная. Она никуда не делась. И то, что пришел тут Головин работать, лорд Кипаница, проституция была и при нем, и при мне, и после меня будет. И о том, как она работает, и в этом можно обвинять. А если с этими девушками пообщаться, как бы у них социальный статус такой, что может ей кушать нечего, детей кормить. Я их не защищаю. Проблема легализации проституции для Украины, она, наверное, уже все-таки достигла апогея, ее надо решать как-то. Чтобы не было потом обвинений, наверное, лучше, чтобы они налоги платили. Это было как-то на уровне европейском, чем... Я с вами согласна абсолютно, но пока предпосылок все же нет. Ну, есть такое мнение, что не готово ни общество, ну, ни законодательная база, ничего. Возможно. Ну, посмотрим. Последний вопрос по криминальному миру. Грабители-гастролеры, так называемые. Ну, это люди, которые приезжают на неделю из других либо стран, но, скорее всего, криминальные из других... туристы. Да. Они должны поставить в известность того, кто курирует это поле, да, зону этого влияния. Соответственно, там есть система откатов, они уезжают, и вам сложнее с ними, потому что они мигрируют быстро. Естественно, по так называемым понятиям они должны скидываться в общак определенную сумму от количества совершенных краж, либо от полученной прибыли. Естественно, есть лица, которые говорят, что их нету, это неправда, которые, скажем так, курируют работу, лица в криминальной среде, которые курируют работу этих преступников. Это так называемые смотрящие, и за общаками в том числе, которые собирают эти деньги, потом перераспределяют это. Ну, в Одессе это есть, мы с этим пытаемся бороться. Пытаемся, потому что это не проблема есть, и она полностью не искоренена. На одного посаженного, так называемого смотрящего, возникает два. Причем от разных воров в законе. Вы сами сказали, если раньше было это от одного вора в законе, то сейчас один смотрящий от Гули, один от Тамара, один от Минди, и плюс еще свои смотрящие в СИЗО. Ну, то есть эта проблема. Пока мы не ужесточим законодательство, вот как по грузинскому тому же варианту, в отношении воров в законе, либо лиц, которые причисляют себя к преступным авторитетам, у нас эта проблема будет. Плюс воспевание этой романтики блатной, радио, все фильмы, еще радио. Конечно, а сериалы какое большинство? Я не говорю не «Небезызвестную бригаду», другие фильмы. Ну, это подождите, это когда было? Сейчас уже, когда было, это сейчас не модно. В любом случае, вы же посчитайте, молодежные последние движения. Это «Убей мусора» или там «Аркам», или как эти граффити. Все неподчинение основным законам, противоставление себя системе. Ну, это есть. А когда тем более в нашей стране, к сожалению, опять же, власть потеряла монополию на насилие, то это... Ниша заполняется негативом. Вот криминал эту нишу заполняет. Мы в конце самом поговорим о монополии на насилие. Сейчас давайте наиболее резонансные вопросы и дела за последнее время по Одессе, конечно же, это активисты. НЭМА. Активисты, отдельный блок к нему очень тоже скоро. Трагедия в НЭМА. Человек погиб, и есть конкретные претензии к полиции по потому что, во-первых, препятствование деятельности журналистов были факты, полиция никак не помогала. Непонятная очень история с скорой помощью, которую то допустили, то не допустили. Вот этот вот разбег в 2 часа, в 15, да, приблизительно произошла эта трагедия. 15, обвал. Да. Хотя, да, возможно, и раньше есть. По видео сейчас анализируется видео. И где-то 2 часа, насколько вот мы понимаем, к человеку не допускали скорую. Давайте так. По данному факту открыто ряд уголовных производств. Начиная от 272, это несоблюдение правил безопасности на строительных работах. 296, 4 по факту стрельбы, так называемым сотрудникам охраны. Прокуратура открыла 135-ю, она разберется по скорой, мы туда не влазим, не комментируем. Естественно, 171-я. А теперь как бы некоторые этот вопрос, наверное, ждали. Я скажу, что за 2018 год в Одессе было 55 фактов по 272-й. Из них по 40 открыты уголовные производства. Из них реально расследовалось, по-моему, 38 четверым лицам по ведомому про подозру.
Угу. Это те случаи, где на стройках были трупы. Хоть по одному из этих случаев, извините, наш актив, который везде появляется, появился там или только тут, интересно? Ну, интересно, наверное, тут, потому что... Потому что НЭМО, потому что перед этим, никого не хочу обвинять, к руководству НЭМО приходили некоторые темные личности и предлагали заплатить им 50 тысяч долларов для того, чтобы внимание к НЭМО ослабло. Это тоже есть. Более того, в интернете выкидывалась информация, что на следующий день Головин лично приехал в НЭМО для того, чтобы провести, опять же, бред силы экономики. На представление. Вы представляете цифру? Вот я вижу статистику. У нас в среднем раз в две недели на стройках происходят несчастные случаи. На производствах, на стройках. И общественности глубоко все равно, что человек задохнулся при проведении сварочных работ в известном там терминале, либо на зернотерминале. Либо на одной из безвестных строек красивых, которых куча упал и разбился. Никому не надо. Но тут специально создается ажиотаж по определенному объекту. Мы накажем, кто там виноват. Сегодня наложили арест и на площадку, и на все это оборудование. Но поверьте мне, просто на этом делать акцент – это неправильно. Есть 49 фактов, по которым всем глубоко все равно, и тут по одному делаем акцент. Бьются люди постоянно. Смотрите, были люди, ну, мы так понимаем, это сотрудники ЗЕВСа, которые вели себя по отношению к журналистам и вообще людям, которые там находились, ну, неправомерно, да? Согласен, очевидно. Открыли 296-ю. А почему полиция? Ну, были же сотрудники полиции на месте. Была почему следственная никто... оперативная группа, насколько я не ошибаюсь. Да. Факт зафиксирован. Причем пистолет почти изъят. Сразу. Помимо того, что активисты предъявили гильзы, мы также нашли гильзы. Ну, нельзя обвинять полицию во всем. Труп лежит, полиция виновата. Не пускают охрана, полиция виновата. Есть активное противоправное действие, оно документируется, фиксируется. Мы по кодексу догоняем. Когда есть возможность сработать на опережение первенции, она работает. Но во всем обвинять полицию, как это сейчас модно у нас, некоторые знатоки во всем. Почему они знают и нормы ДАБИ, и уголовный кодекс, и работу санитаров, либо скорой? Но это совсем... И делают оценку, а эту оценку журналисты преподносят как в априори, как... Верное суждение, как это правильно. Хотя никто еще не разобрался. Вот разберемся, это будет правильно, и тогда можно сделать отдельный сюжет по этому. Ну, разберемся, не впервые мы слышим от полиции. Конечно. Разберемся, но посмотрим. Летний сад, хочу напомнить события вам того года. Активисты, к слову, это дело не запускают, там готовят изменения в историко-архитектурный опорный план. Это важно. События 17-го года, ноябрь, правильно? Митинги, потасовки, вы лично получаете ранение, видна кровь. Ну, не ранение, это мягко сказать. Тем не менее, травма, скажем так. Ну, вы ведь не обязательно должны были присутствовать на митинге. Вы могли бы остаться в своем большом красивом кабинете и, в общем, получать сводки туда. Потом бы вы говорили, Головин взял денег и не выехал на место происшествия. Головин взял денег, скажут в любом случае. Ну, я располагал информацию, что там может быть, что там может произойти. И когда там ситуация уже начинала, процессы выламывания забора, поджигания фаеров, то, естественно, прибыл на место. Потому что в определенных моментах, может, где-то мои замы не могли дать точную оценку и скоординировать действия полицейских. Но, тем не менее, побоище, которое там могло быть с той же охраной этого театра и с активистами, или потом активисты, сотрудники полиции, его не было. Лучше один Головин получил по башке, чем человек 20-30, потом, в том числе зевак с детьми, получили бы какие-то травмы. Поэтому я считаю... Ну, из медийной плоскости тоже... Тоже вопрос журналистов, у меня как у журналистов, вот действительно нужно оно вам было, чтобы там появились заголовки в статьях начальника одесской полиции «Сбили». Философски к этому относитесь. Хорошо, по факту. Результат какой? Результат таков, что по-прежнему, по летнему театру вас обвиняют в том, что вы лоббируете интересы застройщика, так же, как, в общем-то, с историей на Гагаринском плато, что у вас какие-то связи с местной властью и так далее. Давайте плавно перейдем к Гагаринскому плато, потому что обвинение действительно симметричное. К слову, да, я хотела еще уточнить, вы обидчика наказали, который это сделал? Открытое уголовное производство делается в суде, все еще, слушается. То есть и даже по вашему вопросу оно ведется, и поэтому тут нет, как
подоплека, что тяганина, либо волокита. По факту вырубки деревьев на Гагаринском плато зарегистрировано уголовное дело, да, есть уже результаты. Ведется следствие, естественно. А сколько вот оно еще может вестись? Ну, смотрите, если нету конкретно лица, оно может веститься и год, и два, и три. Если есть лицо, то назначаются определенные экспертизы, проводятся следственные действия. Ну, в смысле, если... нет лица, который пилил деревья, да? Нет лица, возможно, который пилил деревья. Наверное, будет правильный вопрос. То лицо, которое давало разрешение на то, чтобы пилили деревья. Не, ну так еще можно искать 10 лет, если конечно, лицо можно, искать. Проще того, кто пилил. В стране презумпция невиновности. Я не могу посадить невиновного человека. Я никого не защищаю. Вот как бы может сложиться впечатление, что я за застройщиков. Мне, извините, глубоко все равно. Ну вот именно так это звучит. Полиция крышует застройщика, полиция сопровождает строительную технику на Гагаринской плато. А кто дает разрешение на строительные работы? Кто подписывает декларацию? Так. То есть у вас вот есть разрешение, и вы согласно этому разрешению... Если есть у застройщиков пакет документов, который дает право на проведение строительных работ, ну как я их могу запретить? Есть ДАБИ у нас, есть контролирующая куча органов, начиная от горсовета и заканчивая высшими инстанциями. Почему вот вы даже в контексте нашей беседы вы сейчас опять пытаетесь... показать то, что полиция виновата абсолютно во всем, начиная от крышевания и заканчивая незаконной вырубкой деревьев. Где экологи? Где лица, которые за это получают деньги? Спиливают движение, активисты опять приходят в полицию, пишут заявление, полиция открывает уголовное производство и должна расследовать. Ну да. А где другие, которые за это должны, это их функциональные обязанности? Разрешение на стройку, если там есть первоначальное нарушение, почему вы даете разрешение на проведение строительных работ? И почему-то странным образом у нас... только часть строительных, скажем так, организаций подпадают под критику. Остальная часть, которая также застраивает, и я более чем уверен с нарушением, абсолютная тишина. Никого не хочу обвинить, никакие названия не буду называть, организации, ну, да. Но тем не менее, это надо тоже озвучивать. Полиция тоже пришла. Да. Когда последний раз виделись с мэром Одессы, о чем говорили? Ой, да, вы знаете, я его вижу каждый день, он же на суд ходит. Так. А мы ситуацию отслеживаем. Те, что касается судов, практически, я смотрю, кто ходит на суд. У нас система видеонаблюдения позволяет в режиме реального времени видеть, где какие процессы происходят в судах и кто приходит. И говорили по судебному процессу, Саня? Нет, по судебному процессу однозначно не говорил. Это... скажем так, юрисдикция НАБУ и САП, и нам нечем об этом говорить. У нас есть вопросы, связанные с жизнедеятельностью города Одессы, с обеспечением, по крайней мере, публичной безопасности при проведении каких-либо массовых мероприятий. Последнее – это Новый год на Думской. 30 тысяч людей там было, практически ни одного нарушения, кроме потерянного ребенка, и все. Нормально отработали, совместно с мэрией. Ребенка нашли. Ребенка нашли, вернули маме, нормально. Муниципальная охрана, ну, я знаю, что она есть не только в Киеве, хотя в Киеве появилась значительно позже, чем в Одессе. Киев, Днепр. Харьков. Харьков, да. Ну, есть вопросы у журналистов к этой структуре, ну, начиная от того, что это коммунальное предприятие, за которое одесситы, по сути, платят лично из собственного кармана, заканчивая тем, что когда нужна муниципальная охрана, ее там днем с огнем не сыщешь, а как потолкаться с журналистами, так они первые. Ну, и кроме внешнего вот того, как они выглядят, сходство. Это должно было, ну, сходство с Национальной гвардией, и при этом, насколько я понимаю, должна была эта структура называется как муниципальная полиция. И вы каким-то образом отстояли право, чтобы оно хотя бы охраной называлось. Знаете, есть сейчас, в том числе в Верховном Совете, такой документ, где те организации, либо громадские формулирования имеют название полиция независимая, муниципальная, какая-то еще, там, красная, белая, зеленая. Это категорически будет запрещено. Более того, будет административная ответственность. Муниципального арта мы разбирались и с Генеральной прокуратурой, в том числе законные основания, как она действует, на основании чего. Была куча проверок, в том числе и из Киева. И они дали, в принципе, правовой ответ, что это за организация, что это за коммунальное предприятие. Ну, вам, как правоохранителям, не мешают они или помогают? Как смотрите, это они нам, ну, объективно говорю, они нам не мешают, они в определенных моментах нам помогают, в том числе, когда массовые мероприятия. У меня не хватит людей расставить, например, в парках, где они, ну, по идее, правильно будет сказать, должны стоять. Более того, я бы их поставил на всех пляжах, если бы у меня была такая возможность. Ну, они уже стоят на шлагбаумах и зарабатывают. Вот на шлагбаумах стоят, опять же, это как бы они работают как коммунальное предприятие, я их не защищаю. Есть вопросы, мне хотелось, которых больше с ними коммуницировать, либо
проводить совместные какие-то мероприятия. То, что они в каких-то определенных направлениях, скажем так, ну, заполитизированы, как вы сказали, то, что у них есть конфликты с журналистами, но у них есть руководство, будет правильно, наверное, задать вопрос к ним. А лично мэру нужно этот вопрос задавать? Ну, потому что мэр же... Нет, начальнику департамента муниципальной безопасности, господину Кузнецову, либо Котляру, они, наверное, объективно и грамотнее ответят на все ваши, скажем так, претензии. Да, проблема в том, что они не общаются с журналистами. Другой вопрос. Инцидент с Михаилом Штекелем, когда мэр буквально физически выталкивал его, потом подключились и сотрудники муниципальной охраны, зная, что Михаил обратился по этому... 171-я часть первая открыта. Сейчас ведется осмотр видео, в том числе то, которое предоставили журналисты, которые там были, и будет дана правовая оценка действий. А кто может и должен быть наказан вот по факту? Нет, давайте, наказан не будет. Во-первых... Ну, физически мы видим, как мэр себя ведет. Физически мы видим лица сотрудников охраны. В чем проблема наказать? Оценку их. Нам надо приобщить материалы видео к материалам криминального производства. Более того, если уже вдаваться в подробности, никого не захочу защищать. Ну что, у Штекеля было на лице написано, что он журналист? Или был бейджик? Да, ну прекращайте. Во-первых, журналистов всех уже в лицо знают, и Михаила в том числе. Во-вторых, что прям вот права. Нужно, чтобы висел, и но тогда бы никто не тронул. У него есть редакционное задание на выполнение, взять интервью у Труханова, пожалуйста, ради бога. А послушает ли это основанием, отсутствие вот этого бейджа здесь на груди, основанием для того, чтобы, ну, нет, там... дело открыто. Другую сторону оправдали. Не дай бог, 171-я часть первая, дело открыто. Дадим объективную оценку, согласуем с прокуратурой, процессуальным керамином. Если есть основания для предъявления подозрения, в том числе уже ряд подозрений были сотрудникам муниципальной вахты, угу. Хотя все говорили, такого быть в априори не может, то они будут привлечены к уголовной ответственности. Да. Активисты. Еще один блок, вот последний, такой большой, объемная тема. Действительно, Светлана Подпалая, Виталий Устименко, Олег Михалик, Михаил Кузакон, Сергей Стерненко. Это вот такие. Ну, не знаю, есть ли смысл коротко о каждом из этих инцидентов говорить. Давайте все-таки по Михалику сразу же уточним. Почему так долго готовили документы, чтобы человек мог поехать в другую страну и изъять эту пулю? И мы знаем его аргументы, он не доверяет правоохранительной системе, в частности, не доверяет, очевидно, вам, не доверяет полиции. И долго так готовили документы, и сколько сейчас версий у следствия? Давайте так, дело было в декабре передано в Главное следственное управление. Я думаю, что эти все дела, что вы перечислили, они уже одесситов оскомину вызвали. Но, тем не менее, те материалы, которые должны были в рамках международного поручения подготовить Генеральная прокуратура, Главное следственное управление, я, насколько знаю, не подготовлен. То, что касается материалов, те, которые были в одесской полиции, вам не кажется странным, что по всем делам, которые вы перечислили, есть задержанные лица, которые непосредственно исполняли данные преступления, есть лица, которые пособники, есть лица... организаторы. Да, нет заказчиков. Но заказчиков для того, чтобы найти, может пройти не год, не два. Преступление довольно-таки сложное определенное. Тарнике Нагладзе, но это один из тех людей, которые были задержаны, он до сих пор под домашним арестом. Конечно. По состоянию здоровья. Да, сегодня ему продлили срок следствия еще на 2 месяца. Угу. Киевский это суд, правда? Не одесский, печорский, киевский, чтобы не было вопросов, что одесситы. Угу. Вот Михалик говорит, и его адвокат Аксюта. По Торнике Нагладзе, да, вы сказали, что он под домашним арестом. Вот что хотела спросить, правда ли то, что в этот же момент, в момент покушения, ну там приблизительно в этот временной период, были инсценировки краж, грабежей, которыми якобы занималась группировка, в которую входит она маленькая, небольшая, но тем не менее он представитель этой небольшой грузинской группировки. Была инсценировка, но с целью показать, что, в общем, они были заняты тогда, в тот момент. Давайте так, это разглашение тайны досудебного следствия. Естественно, мне ни следователь, ни сотрудник прокуратуры не давал на это права. Но мы не исключаем возможность, что в рамках расследование криминального проваджения, нами было установлено, что, возможно, с целью скрыть покушение на Михалика, была инсценировка совершения, либо реально совершено иное, менее тяжкое преступление с целью создания алиби реальным участникам покушения на гражданина Михалика. И мне до сих пор непонятна позиция адвоката Михалика, который на судах категорично защищает лиц, которые причастны к совершению покушение на его, скажем так, подзащитного. Мне непонятна позиция. Да, будут кричать и господин Михалик, и все другие, что они не доверяют одесской полиции. Но именно одесская полиция
установила, позадерживала людей, которые били под Палую, которые били под Алянку, которые организовали покушение на Кузаконя Кузьма, и дело сразу забрали. Организовали покушение на Устименко, задержали, дело сразу забрали. Почему-то, как только мы задержим, дела забирают. Я более того, я буду рад, если дело вернется сюда, и мы все-таки его закончим и покажем, какие связи, кто с кем общается. То же самое вы могли бы сделать и по Стерненко, но да, дело забрали. Ну, по Стерненко сильно дело заангажировано, заполитизировано. Человек живет в Киеве сейчас в свое удовольствие, насколько я понимаю. Постоянно оттуда пишет пост, он полностью в ситуации, что происходит в Одессе, в полиции, да и в любой ситуации одесской. Поэтому я не хотел бы говорить об этом человеке, потому что это потом будет перекручено и выдано на гора, в том числе и народными два депутатами. Два быстро уточняющих вопроса. Вы бы смогли довести это дело до конца? И все-таки почему не давали ему охрану тогда, когда он об этом просил? По статье «Легкие телесные повреждения», когда человека якобы бьют доской, охрана не дается. И у меня немного сотрудников полиции, чтобы давать охрану именно под такую категорию преступлений. Есть четкая инструкция, которая прописывается. По каким преступлениям дается физическая охрана? На основании чего? От одного желания господина Стерненко? Это не зависит. По поводу выездных комиссий, там часовых следчих комиссий, приезжали народные депутаты Украины, вы, по сути, ну так, пришли к ним на ковер и отчитывались, и вы, и мэр. Очевидно, что не очень всем это нравится. Очевидно, что народные депутаты не вполне в теме и не очень понимают, что происходит. Но, тем не менее, сама форма, это явление, насколько вот вам... Очень правильное явление, нормально комиссия прошла. По крайней мере, я могу сказать, что объективно, нормально и позитивно. И то, как кому бы не хотелось преподнести ее результат. Она, в конце концов, результаты Тимчасовой следчей комиссии Верховной Рады будут опровергнуты. Вы посмотрите просто. То, что есть определенные недоработки, ну, я это не скрываю, но в том же есть и плюсы. Нам показывают, где мы недорабатываем. Может, я в своей, мы с вами в Одессе не видим всей глобальности покушения на Стерненко. Может быть, я не исключаю такую возможность. Забрали дело в СБУ, да дай бог. Ну, я более уверен, что сотрудники СБУ еще позадерживают людей, наверное, потому что, ну, как бы, у них чуть-чуть потенциал больше, в том числе технических возможностей, чем у нас, у полицейских. Заканчиваем практически последние пару вопросов. Доверие к полиции людей. Ну, такой тоже философский вопрос. Как-то принято не доверять, вы сами об этом говорите. Исторически сложилось, это не только касается полиции, милиции, но у нас в стране, где... Извините, большое количество было осуждено, многие имеют родственники. Еще история 40-х, 30-х годов с репрессиями, отношение к правоохранительной системе, знаете, как может на генном уровне где-то, не так, как хотелось бы в Европе, либо в Соединенных Штатах Америки. Но, тем не менее, тот критерий, тот лакмус, это надо смотреть не только те цифры, которые я там на ежегодном отчете говорил, что у нас постоянное снижение, это, наверное, уровень доверия к полиции в целом, как бы не определенной голове, но вот в полиции в регионе. Приходилось на допросах бывать? Ну, конечно. В качестве кого? В разных качествах. Например? Ну, вообще их три качества. Это свидетель, подозреваемый и потерпевший. Вы во всех трех бывали. Могу сказать, да. За свою карьеру, да. Сегодня вы в качестве кого на допросе, как вам кажется? Я не думаю, что у нас допрос. У нас нормальная беседа с представителем СМИ. Допрашивали журналистов? Да. А с чего бы допрашивали? Я не ожидала просто услышать «да». Часто. Участвовал. Участвовали. Я не могу назвать категорию этих дел, но было. Журналисты тоже люди, они, к сожалению, тоже совершают преступления. А с чего начинается допрос журналиста? Журналистов это особый статус, который подразумевает определенную процессуальную процедуру. Как адвокат, как депутат, так и точно журналист. Есть определенные специфические, скажем так, условия ведения следственных мероприятий, следственных действий. С чего бы начинали сейчас допрос со мной? С вами? Я уже, правда, мне настолько холодно, что я бы вам, наверное, уже все рассказала. Нет, давайте посидим, это не пытки, но давайте посидим, поговорим. Да нет, ну, в принципе, Конституция Украины четко регламентирует, что любой гражданин имеет право не давать показания в отношении... Статья 63 Конституции Украины. В отношении ну, как себя, в фильмах. Родственников, в том числе то, что связано с вас... Профессиональной деятельностью, связано там с клиентами, не с клиентами, то вы можете как бы это не предоставлять эту информацию.
Когда я только начинала работать журналистом, один известный журналист, которого вы прекрасно знаете, и которого я очень уважаю и люблю, сказал мне: никогда не пытайся помогать милиции, тогда еще была милиция, устанавливать монополию на власть, потому что первое, кому они придут и закроют тебе рот, будешь ты. При этом еще... Я даже понимаю, кто этот журналист. Еще также журналист, которого вы наверняка знаете, я его тоже очень люблю и уважаю, говорит о том, что лично вам он выдает огромный кредит доверия. Не подведите Спасибо. Его и всех нас. Надеюсь, не подвести. Присягу помните? Это было 92-й год. Я, фамилия, имя, отчество, урочисто присягаю народу Украины и по тексту, по-моему. Армейская присяга, она отличается от полицейской. Ну и от милицейской в том числе. Спасибо вам. Вам спасибо. Вас трусят сильно. Холодно. Осталось реально 2 минуты. Да сейчас. Нормально. Я сейчас просто околею, ребята. Давай да, накинем давайте, что-то. Давайте, нет, нельзя накидывать, а вот ужас. Ну, видно нет, сильно. Сильно видно. Да. Сильно? Но губы ходят. А мы вас будем показывать.